Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Короче, прелюдий много не будет. Мы начинаем проходить очень тяжелую миссию в Хитмане. Нам надо убить тут плохих людей и спасти еще американца. Поэтому так. Нам сначала нужно добыть приглашение, поговорив с этим барменом. В этом месте как-то тихо. Здесь есть что-нибудь более интересное? Поднимитесь на второй этаж. Думаю, там вы найдете то, что нужно. Так, ну мы узнаем код к сейфу. Вот. Но нам надо поговорить. Так, а как же нам... Нам надо как-то отвлечь. Да что уходишь? Надо бы ее траекторию узнать, этой дамочки. Она ходит по кругу, походу, да? То есть она должна окончательно уйти, чтобы не привлечь мне внимание, да? Ну. Так. Довольно так и долго. Мне нужно в этого охранника переодеться. Обязательно. Ой. Быстрей. Меня чуть, сука, не спалили. И вообще был бы капец просто. Так, теперь мы более свободно можем путешествовать. Не в конечном, конечно, итоге. Так, я теперь знаю, что... Только вопрос в другом, где бы потом найти кое-что интересное. Так. Американца или американца спасти, я не знаю. Так, ладно. Дедок. Тренируется. Так, ладно, подожди-ка. Дедок дедком, но нам надо местоположение. Так, вот это главное здание. Но нам пока не нужно. А нам нужно сначала спасти американца. По сути. Так. И... Мы идем туда американца спасать. Так, подожди-ка. Не тот вход. Так, подожди-ка. Скорее всего, два входа. Ага.
Все, теперь мы можем... переодеться в китайца. Так, а тут у нас вход с этой стороны, да? Ага. То есть, если нам... То есть он ходит туда, да? Так, вам послышалось, ребят. Ты чё нахер, хер моржовый? Охренели совсем нахер. Ты как раз тот, кого я искал. Наконец-то. Я так рад тебя видеть. Я тут чуть не умер. Что с тобой произошло? Я попытался открыть сейф у охранников, но у меня нет к нему кода. Я думаю, что одна из девушек со второго этажа должна его знать. Я могу помочь тебе. Ага, отлично. Сейчас освободим американца. Так. Хорошо, американца мы освободили. Так, подожди, а тут... Ага, тут снайперка. Получается, убили двоих, да? Оттащу-ка я их на всякий случай поближе. Мало ли, кто тут захочет проверить, что случилось. Так, а где последний? Так, теперь, самое главное, теперь нам девушку найти. Девушка, которая даст код к сейфу. Так, подожди-ка. О, отлично, мы как раз к ней направляемся, зашибись. Кажется, вас сюда не звали, мистер. Не звали? Ты серьезно? Вот же сука. Значит, в костюме этого мы не попадем, да? Бля, это плохо, это я не предусмотрел. Так, подожди, а где тот труп, в которого я переоделся? Стопы, шички. Бля, ну это хреново, конечно. Ладно, в любом случае можем поближе где-нибудь переодеться. Ты совсем глухой? Я уже сказал, иди отсюда, бритоголовый. Вот же сучка, а.
Бля, в этом костюме нельзя, короче, девчонки идти. Нормально, блядь. Так. Ладно. Стоп. А как мы тогда переоденемся? Точнее, в кого нам переодеться? Кажется, вас сюда не звали, мистер. Ни хрена себе, что за наглость? Блин. Ну хотя можно, в принципе, переодеться в этого. Сначала. Блин, а это получается кто-то из кухни должен быть, да? Блин. Так, подожди, а где яд взять? В таком случае. Я не знаю, чем травить, я яда даже не вижу, в принципе. А, нам даст этот траву, дед. Подожди, дед, иди сюда. Дед нам может траву дать. Блин, давай быстрее, дед. Добрый вечер, дорогой гость. Могу я вам как-нибудь помочь? Буду рад любой помощи. Я здесь впервые. Уважаемый иностранец. Пока у меня для вас есть только один совет. Куда бы ни забросила вас жизнь, вы уйдете ни с чем, если пришли ни с чем. Всего хорошего. Короче, намек деда я понял. Надо, короче, ему принести эту. Стоп, подожди. Подожди. А... Не понял. Подожди. Стоп. Приглашение в воздухе висело. Какого хрена? Чё за тупость? Нифига себе прикол. Так, подожди. Просто приглашение висело. Непонятно где. Все, идем, короче. Добро пожаловать, достопочтенный гость. Здесь доступны любые удовольствия. Это я уже в курсе. Любые удовольствия. У меня приглас. Хороший выбор, сэр. Приятного времяпровождения. Давай, давай. Мне еще, блин, это... Статуэтку отдавать. Пердуму. Погнали. Так, здорово. Добро пожаловать в обитель порока. Наша работа – доставлять вам удовольствие. Это наша лучшая девушка Мэйлин. Она исполнит любую вашу прихоть. Вы платите наличными или кредиткой? Все будет записано на мой счет в баре. Мэй проведет вас в комнату. Только, пожалуйста, не пачкайте пол. Я только кровью могу ваш пол испачкать, ребятки. Так, давай. А пошевеливайся уже, долго, блин, проходим одну и ту же херню. Давай. Ну, есть у вас что-нибудь новое и интересное? Я слишком давно здесь работаю. Новости ко мне не доходят. Вам здесь не нравится? Это Гонконг.
Здесь нет дела до моих предпочтений. Что ж, понятно. Кто вы такая? Я не та, за кого вы можете меня принять. Как зеркало не всегда отражает то, что вы видите. Я чужая в этом месте. А вы, мистер? Я здесь по делу. Ищу мистера Лихонга. Вообще-то мне нужен его сейф. Ясно. Помогите мне выбраться отсюда, и я, может быть, скажу вам что-нибудь полезное. Хорошо. Договорились. Идите за мной. Я знаю дорогу через крышу и код сейфа Лихонга. Я нашла его в его же брюках. Так, окей, погнали. Дальше куда? Окей. Погнали. Погнали, погнали. Давай, давай, давай. Быстрей. Гоу, 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 чекин, чекин, чекин. Давай. Давай, давай, ну. Ну. Быстрее. В подвале находится один из агентов ЦРУ. Он может что-то знать. Вот, я могу дать вам код сейфа, если это поможет. Я нашла его в брюках мистера Лихонга. Удачи, красавчик. Красавчик. Так. Окей, приглас мы получили. Так, а что еще у нас открыто? Ага, какое-то подвальное помещение. Так, ну пока травануть мы ничего не можем. От слова пока. Так, ну, получается, нам нужно переодеться в этого. Так, это значит, нам надо идти. Так, надо идти, надо идти. Куда нам надо пойти? Так, это опять кухня, не туда. Ладно. Теперь нам надо переодеться в красного дракона. Почему в красного дракона надо переодеться? Потому что не то. Так, стоп, тут ребятки. Мы не туда пошли. Так. Я надеюсь, не придется в ребят стрелять. Ага, понятно. Ладно. Ты охренел? Какого хрена вы тут войну, блядь, устроили? Он же дебилоид, а?
Я просто... Реально, других слов нету. Так, теперь искать сейф. Так, стоп, ну сейф явно не тут. Так, подожди-ка, а может сейф на другой стороне? А ну-ка, стоп, П. Точно, он здесь. Так. Но ты же ничего не скажешь нам. Закрытая территория. Уходи. Немедленно. Понятно. Значит, сейф охраняет урод этот. Так, ладно. Да в смысле, вы идиоты, блядь, или что? В смысле, заперто? Какого хрена заперто? Вы чё, блядь? Мысли заперто, я же, блядь, нашел ебаный пароль. Какого хера, блядь? Да, блядь, ну заебись, блядь. Вы еще скажите, что я миссию запорол, блядь. В смысле заперто, я же пароль нашел. В смысле заперто? Заебись. Ой, бляха-муха. Пиздец просто. Блин, вот этого я и не знаю, если, блядь... Если получается, мы все это так запороли сейфом, я надеюсь, сейф не лаганет. Так, ну эти вроде спокойны, но прикол в том, что нам надо... Так, короче. Я не знаю, я сделаю одну фишку. Мне придется ее сделать. Короче. А долго этот придурок еще ходить будет? Ну сходи ж ты куда-нибудь, а? Давай. Мне просто нужно последнее кое-что сделать и все.
Да, сходите в туалет, все. Так, сейчас. Да, все, я понял, что этот хрен пойдет. Так, так медленно. Так, ты хоть в этот туалет пойдешь? Да. Отнесите это блюдо мистеру Лихонгу. Он скоро придет. Да, да, да. Ну. Какое блюдо, блядь? Какое блюдо? Ну. Почему нельзя, алло? Чё за бред, блядь? Что с этой игрой не так? Ну и... Блять, вы издеваетесь? Я не могу блюдо взять. Какого хрена? Блять, пиздец просто. Вот прикол будет, что это еще из-за того, что я не могу это активировать квест. А где этот хрен, как его, бутылочник? Иди сюда, алло. Давай. Так, подожди. Отдай ему эту. Блять, тут просто все квесты запороты, отвечаю. Рад приветствовать дорогого гостя. Я ждал вашего прихода. Надеюсь, у вас для меня кое-что есть. Возьмите. А взамен скажите, как подобраться к Лихонгу. А? Как у лисьей норы бывает несколько ходов, так есть несколько способов пробраться в логово хозяина. Его резиденция – защищенное место, которое охраняет его лучший личный телохранитель Цун. Туда можно попасть через тайный ход в подвале. Хм, интересно. А есть другие варианты? Вы можете выбрать другой способ попасть к Лихонгу. Путь обмана. Это бутылочка с белым порошком. Обладает огромной силой. Хозяин станет беззащитным без телохранителя. Тот, кто вам нужен, будет обедать в ресторане. Что случилось? Я иду, подожди. Давай! Я хочу эту сцену посмотреть, ну уже. Иду.
Кому давать? Так, туалет. В какой туалет он ходил? Подожди. В этот? Hey, alarm! Да в смысле, блядь? Вы охерели, блядь, совсем? Подожди-ка, последняя мне осталась. Так, пробраться в резиденцию к этому уроду. Подожди-ка. Я ничего не делал, идите в жопу. Я ничего не делал, идите в жопу. Как же мне свалить? Вот так. Так, подожди, последняя мне осталась. Ну да, ликвидировать Лихонга. В смысле заперто? А как мне к нему попасть теперь, раз заперто, ё-моё? Вы чё, прикалываетесь, что ли? Он был предупреждён? Охрененно просто. А как к нему теперь попасть? Так, подожди, это туалеты. Это травник. Так, стоп. А где подземный ход может быть? Блин, капец, я теперь... Ладно, за сейф я не особо очкую. Я не знаю теперь, как Лихонгу попасть. Ё-моё. Чё за ломанный квест? И чё? Заперто, заперто, заперто. Зашибись, блядь. Всё заперто. Стоп, вот, в подвал. Подожди, что? Помещение охраны? Давай подвал. Подвал? Это подвал?
Серьезно, это подвал? Ого. Так, подожди, а что тут реально? Деталихомка. Да, подожди, он где-то. Еще сейф. Закрытая территория. Уходи. Немедленно. Ладно, не ори. Так, подожди, а это куда ведет? Нет, это не то. Так, подожди, это мы обходим туда-сюда. Бля, как все тут запутали, а? Так, подожди-ка. Ага, понятно, тоже мужики. А это куда ведет? Куда? Двор? А что это за двор-то? Капец, сколько тут ходов! А что это за дверь? Чего? Закрытая территория. Уходи немедленно. Да не ори ты. А, это та самая мадам. Охренеть просто. Валим. Да как вы заебали? Да вы чё, гоните что ли всю миссию запороть? Мало того, что, блядь, сейф не мог открыть, так он еще этот гандон заперся, блядь. Что за хрень? Что с этой миссией происходит? Что вообще с этой игрой не так? Что это за подвал? Это тот хрен, который входит. Это пиздец просто. Что это за вертолет вообще? Он же тот хрен не может улететь. Как этот Карлсон, блять, который живет на крыше. Блять, вот вопрос. Вот же этот хрен находится, а где подземка? Подожди-ка. Чего, блин? Блять, какая же долгая миссия, подожди. Ну этот хрен тут, ну а как к нему попасть? Подожди. Вы охренели?
Ну чё, блядь? Сговорились все долбоёбы. Эй, хуей, блядь. Пельмени поей. Да ты... Да как это проходить, блядь? Пипец просто. Понятно, это другое помещение. Мне показывают вообще в другую сторону. В какую? Почему туда? Вы чё, блядь, гоните, что ли? Да блин, ну какого хрена? Чё, блядь, все палят меня? Гоните, заколебали меня палить, нахуй. Ну и как мне теперь до этого змея добраться? Вопрос. Ликвидировать Лихонга? Как мне его ликвидировать? Как? Да пошел ты в жопу, мана. Да ты заебал, да сдохни ты, сука. Блять, сколько этих гонконгов, а? И чё? От какого хрена я сюда попёр? Блять, дайте мне миссию завершить, заколебали. Короче, ребят, у меня в тот раз вылетела игра. Я поднялся на лифте отсюда. Я вот сейчас вам покажу этот лифт, что это тот подвал, тот самый. Сейчас. Чтобы вы поняли, что откуда мы пришли. Вот, отсюда мы пришли в этот лифт. И, короче, поднялись от этого подвала, того самого. Поднялись, короче, на первый этаж до злодея. Сейчас я объясню, чё к чему. Не так-то было. Вот, получается, вот это главный вход. Он закрылся с той стороны. И мы сейчас идем к злодею, чтобы его это замочить. Последнего злодея. Вот тут отдыхал, видимо, старикан. Вот. Блять, опять игра притормаживает. Жопа какая-то. Ладно, так. Это, видимо, из-за того, что неофициально высокое разрешение к игре. И оно начинает дико лагать. Ну, Лихонг, иди сюда, урод.
мечом, сука. Кто с мечом пойдет, тот и от меча упадет. Как-то в нашем случае. Вот этот гребаный лихон. Письмо. Ладно. Подожди, тянуть не надо. Ну пока, Лихонг. Сидел тут, отдыхал. Вот, видите? Вот с того замка. Вот с того замка показываю. Вот, чтобы вы поняли, что мы выполнили все задания. Вот, у нас статус миссии. Все выполнено. Мы принесли статуэтку торговцу, убили Лихонга, спасли агента. Нашли код к сейфу, нашли сейф. И, короче, нам останется только уехать. Свалить, короче. Тартарары. Погнали, короче. Следующая миссия будет в невысоком разрешении из-за того, что, опять же, уедем спокойно. Из-за того, что высокая раз... Серьезно? Ты меня в чем подозревал, пес? Ты был вообще вверху. Чё? Ни хрена себе, меня аж оттуда начали подозревать. Ха. Вот, получается, оттуда добирались вот сюда. Вот это главный вход злодея, а мы уплыли. Короче, всем пока. О, лошары. Он даже тот не мог попасть в здание, потому что тот закрылся. Интересно, нифига не понятно, да? Так, следующая миссия в джунглях. Сейчас увидите, что в джунглях. Миссия выполнена, погнали. Поиск племени Ува-Ува. Добро пожаловать в Колумбию. Колумбийский наркобарон Пабло Белизарио. Понятно, короче, плохой наркобарон. Поставки наркотиков. Диана. Найдите идола, принесите идола вождю. Вот золотой идол. Карта. Окей. Ну, попробуем все скупить. Только ни хрена это нам не поможет. Да ладно. Бля, сколько патронов на ружье? 50. Ну, пусть будет ружье. Колумбия. Я слышал, что здесь даже дети знают, что такое коррупция, и занимаются контрабандой наркотиков. Ну, пора начинать шоу. В какой стороне юг? Вот, и вот тут начинаются, ребята, дикие просто тормоза. Найдите место аварии, короче. Вот отсюда... Мы начнем в следующий раз, но, к сожалению, в низком разрешении. Ну а всем спасибо за внимание, всем до скорого. Это стрим, ну не стрим, это прохождение было большим, а всем до скорого, всем, как всегда, пока-пока.